Сегодня, к сожалению, очевидно, что функционировавшая более-менее эффективно после Второй мировой войны международная система трещит по швам. В военной сфере идет демонтаж сдерживающих стратегических договоренностей и скатывание гонки вооружений. На наших глазах исчезают гарантии недопущения масштабного вооруженного конфликта. Причины известны. В политике разговор ведется только на языке конфронтации. Экономика и торговля используются как инструмент враждебного воздействия. На смену понятных для всех правил игры приходит анархия. С развитием интернета под угрозой оказалась даже неприкосновенность частной жизни человека. В свое время мы много уповали на глобализацию, полагая, что она принесет нам избавление от всех бед и несчастий. Но пока создается обоснованное впечатление, что наш выигрыш от глобализации оказался гораздо меньшим, чем проигрыш. Ни у кого не вызывает сомнений, что современные угрозы являются общими для всех стран. Ресурсов отдельно взятых государств, даже наиболее мощных и влиятельных, к примеру, таких, как здесь присутствуют Китай, Россия, Индия, отдельно этих ресурсов не хватит, чтобы противостоять этим вызовам. Поэтому без тесного взаимодействия в рамках многосторонних структур, без выработки согласованных шагов невозможно обеспечить мир как в региональном, так и в глобальном масштабах. В этих условиях, на наш взгляд, чрезвычайно возрастает роль и значение международных институтов и механизмов, созданных после распада биполярного мира и успешно адаптирующихся к новой геополитической ситуации. Шанхайская организация сотрудничества в силу своего политического влияния и экономического потенциала вполне созрела для того, чтобы более активно и настойчиво способствовать выстраиванию международной политики на принципах мира, взаимного уважения и равноправия. Организация может и, главное, должна, этого ждут люди, содействовать нейтрализации угроз в области безопасности, определению точек соприкосновения и взаимодействия в экономической сфере. В этой связи, во-первых, предлагаем подумать о новых формах деятельности ШОС на международной арене. Например, путем принятия совместных заявлений по актуальным вопросам повестки дня Организации Объединенных Наций. Во-вторых, на фоне углубляющегося дефицита доверия считаем крайне важным добиться того, чтобы не тема конфронтации, а тема многостороннего диалога по проблематике безопасности стала доминирующей в современной международной жизни. Об этом, кстати, говорил президент России. Беларусь является активной сторонницей перезапуска известного процесса Хельсинки, целью которого является адаптация существующего мирового порядка к новым геополитическим реалиям и неординарным вызовам. Удивительно, что в том числе и руководители крупных государств в это сложнейшее время, об этом все сегодня говорили, уходят от обсуждения хотя бы этой глобальной темы, этого глобального вызова на самом высоком уровне, хотя бы в рамках ОБСЕ с привлечением руководителей крупнейших государств мира, в том числе азиатского континента. Что касается Хельсинки, то такая дискуссия уже ведется на экспертном уровне, в том числе на Минской площадке. Идею разделяют многие политики, общественные деятели, дипломаты. В мире немало сторонников наведения мостов в целях разрядки напряженности, поиск возможностей для сопряжения различных форматов обеспечения международной стабильности
является единственной разумной альтернативой. Убеждены, что такой подход будет способствовать преодолению противоречий на нашем общем пространстве в Евроатлантике и Евразии. Третье. Нам необходимо использовать объединительную природу международных организаций для консолидации их усилий в сфере глобальной безопасности. В этом плане важным шагом могла бы стать неформальная встреча, ну, может быть, не руководителей пока, но генеральных секретарей ООН, ОБСЕ, ШОС, СНГ, НАТО и ОДКБ и, возможно, других структур в целях обсуждения накопившихся вопросов обеспечения стабильности в мире. Понятно, что это получится не сразу, но настойчивость со временем может дать свои плоды. Поиск ответов на упомянутые вопросы неразрывно связан с необходимостью решения экономических проблем, которые являются питательной почвой для терроризма, преступности, нелегальной миграции и иных негативных явлений. И это следующий важный момент. Мы много говорим о сопряжении различных интеграционных процессов Евразийского экономического союза, инициативы «Пояс Путь», ШОС, АСЕАН и других. Это правильно. И Беларусь активно поддерживает идеи, направленные на создание единого евразийского экономического пространства. Вместе с тем, по нашему мнению, мы должны быть более активными в разработке и реализации совместных проектов в важных для наших государств сферах – продовольственная, безопасность, транспорт и логистика, энергетика, инновационные технологии. Кстати, об этом говорили все члены ШОС. Важно при этом, чтобы растущая взаимозависимость была фактором успеха, а не препятствием. Сегодня главы государств ШОС приняли ряд документов, нацеленных на дальнейшее усиление борьбы с терроризмом и преступной деятельностью. Мы полностью поддерживаем эти решения и готовы к практическому взаимодействию в регионе, ответственности нашей организации с учетом белорусского опыта и наработок. В частности, предлагаем задействовать для этого потенциал Международного учебного центра нашего Министерства внутренних дел. Этот центр имеет репутацию авторитетного международного учебного заведения на уровне ООН. И в заключение хотел бы также обозначить чрезвычайную важность более тесного взаимодействия по актуальным для всех нас вопросам обеспечения информационной безопасности и борьбы с киберпреступлениями. Ни один вид преступности не развивается столь динамично, как этот. Я приведу белорусский пример. Это характерно, уверен, и для стран, которые присутствуют здесь. Если в 2017 году в Беларуси было зарегистрировано 3000 преступлений этого вида, то в 2018 году их было уже 5000. А за 4 месяца этого года уже почти 3000. Беларусь готова открыто делиться своим опытом и активно участвовать в реализации соответствующей концепции ШОС, которая сегодня обсуждалась на заседании. Вы знаете, уважаемые друзья, вот примером эффективности Шанхайской организации сотрудничества может сегодня быть Китай и Россия. Начались непонятные телодвижения со стороны определенных крупных государств в отношении Китая. И найдена была прекрасная замена в течение буквально полутора лет. Товарооборот между этими государствами вырос в разы и составил более 100 миллиардов долларов. И сегодня поставлена планка в течение 3-4 лет достичь 200 миллиардов долларов. Вот и все. Без шума, без крика. И с этим никто не может не считаться. Но моя просьба в связи с этим обращена к гигантским государствам, которые здесь присутствуют в том числе, чтобы они не забывали и малое и среднее государство и более активно вовлекали их в эту торговлю, в экономическое сотрудничество. Это будет хорошая прибавка к тому, что есть. Уважаемые коллеги,
уверены, что взаимодействие в рамках ШОС наши страны способны внести серьезнейший вклад в определение направлений и способов гармонизации сотрудничества на континенте, консолидацию всех прогрессивных сил.